Всем привет, ребята, Кент на проводе, и прямо сейчас на ваших глазах будет свершен очень классный и очень крутой баг. Ребята, мы, конечно же, играем на зомби-выживании, карта Battle Force. Ребята, вот мой подписчик, у него ник Травка, это мой очень хороший друг, и, ребята, прямо сейчас будет просто супер-крутой баг. Ну что, я готов. Ребята, я увидел этот баг уже на скриншотах, честно говоря, я немножко удивился, потому что баг просто сногсшибательный. Ну что, ждем. Ай-яй-яй, я зомби. Так, ну то, что я зомби, нам это не помешает. Ну что, я готов, давай. Ребята, если что, вы вообще можете делать так же. То есть этот баг рабочий, его до сих пор не пофиксили. Такс. Ай-яй-яй, немножко неправильно. Ребят, ну вот кто-кто, ну Травка просто мастер своего дела. Я знаю этого парня, он просто скилл 228, очень хорошо знает все баги. И поэтому, ребята, возможно, вы его увидите еще не один раз в моих видеороликах. Но пока что почему-то у нас ничего не получается. Хорошо, я жду. В принципе, время есть, я никуда не спешу. Травка, братишка. Ай-яй-яй, почти. Ой-ой-ой, ребята, вы это видели? Не может быть, у моего подписчика все вышло. Как же это классно, как же это круто. Ребята, это никакой не обман, потому что вот на данный момент я пытаюсь войти в эту стену, у меня не получается. То есть на данный момент мой подписчик попал в текстуры. Слушайте, это шикарно. Залезла в нычку, пишет. Обача, ребята, и вы только посмотрите, Травка выходит с этой стороны. Или не выходит, вылазит с этой стороны. И, конечно же, Кента пока не может в нее зайти. Блин, туда. Слушайте, мне очень сильно понравился этот баг. Травка, большое тебе спасибо, просто от души душевно в душу. Потому что вот такие баги просто надо ценить, потому что их не так уж и много. Большое спасибо. И, ребят, самое-самое главное, что этого бага вы не найдете у других ютуберов. То есть это полностью баг специально для канала Кента ПК. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ребята, чем больше лайков и подписочек, то тем больше подобных видеороликов. Ребята, всем удачи и всем пока.